дати раду наростаючому хвилюванню перед підсумковим виступом намагається Мілен. Это невероятное на самом деле ощущение, когда ты понимаешь, сколько человек проходило кастинг, сколько человек отпело, сколько песен было услышано, да, и что ты вот через все это прошел. З першого свого дня на шоу з легендарним ім'ям Мілен знала, вона у своїй X-вірі не самотня. За сотні кілометрів кожен крок разом з донькою заочно долала мама. Когда я была в лагере, когда были вот эти все этапы, она жила по моему графику. Вот честно, правда. Я вот мы приезжаем в полшестого в лагерь, да, вот когда песни уже выбирали под рояль. В полшестого мы приезжаем, я с мамой по телефону разговариваю. То есть мама, все хорошо, она не спит. Мы уже выехали в 9 утра, я в 9 утра ей звоню, вот мы едем в театр обратно, а она до сих пор не спит. Я говорю, мама, ляг, поспи, что ты себя мучаешь? Я вот не лягу, пока все не нормально, не... пока вот ты не споешь, я не лягу спать. Да и сейчас там мама сидит, у нее там все, она там прям вообще волнуется жутко, прям. Она ничего не делает, так вот сидит и ждет, пока я ей позвоню, пока я отпою все, чтобы сказать ей, что все хорошо. Вот. Значит, надо все сделать, чтобы сказать ей, мама, все хорошо. Я постараюсь. Постарайся, пожалуйста. О, Лола. Здравствуйте. Лола, знакомься, самая экзотическая девушка нашего конкурса. Мулатка-шоколадка. У нее 4 имени. Пасса, Мілен, Эстель, Валентина. Очень да. Приятно. Она выбрала Мілен, да? Да, да. Поэтому ее надо называть Мілен. Да? Мілен. Очень красиво. Мілен, что вы нам споете? А, город 312 останусь. Прекрасно. Давайте. В конце тоннеля яркий свет, слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем глаза, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь ветром вдалеке. Я для тебя собралась я. Не собралась? Да, да. Ну, ты молодец. Я тебе не верю до конца, к сожалению, сейчас. Я думаю, что ты просто себя слишком критикуешь. Посмотрим, что будет завтра. Угу. Будем ждать? Да. Все, спасибо. Давай, Лешенька, спасибо тебе. Все, спасибо большое. Спасибо. Бери зонтик. Сегодня это, да, как-то
своих возможностей выступила. Вот это и будет потолок. Ну, она на кастингах у нас отлично выступала. Гораздо вот на тех, сколько уже туров она прошла. Здесь она то ли растерялась, не знаю. Ну, опыта нет, конечно. А фактура какая. Вот. Сойти с ума прям вот. Она стоит и хочется приосаниться перед ней вот. Ты все, нормально. Ты хоть все нормально спела, ничего не делаешь. Да, все как бы все. Блин, я не могу, я вообще не соображаю сейчас ничего.